на видео кобыла от Мариконы 2021 года рождения, на момент съемки 2.5 года, 166 сантиметров холки, перспектива 169-170. Благородная кобыла, очень красивый экстерьер, приятнейший темперамент, красивые аллюры. Кобылу стоит рассматривать как премиальный хобби-класс и в любительскую выездку. Дети Мариконы отличаются очень красивым экстерьером, приятным благородным темпераментом, лошади, которые готовы сотрудничать с человеком, большая способность к дрессуре. Среди его детей будут чемпионы, лицензированные сыновья, премиальные кобылы и множество лошадей в спорте. Мадейра – это идеальная лошадь для тех, кто хочет рядом с собой видеть настоящего друга и партнера для верховой езды. Кобыла, которая в будущем сможет управляться силой мысли, а внешняя эстетика и харизма не оставит никого равнодушным.